А с командой стоять будет гораздо сложнее. Здесь лучше взять помощника, который будет придерживать собаку за поводок на длину поводка. Но если возможности нет, то делаем теми же этапами, что и предыдущие упражнения. Рядом. Стоять. Хорошо стоять, молодец. Зидан. Рядом. Стоять. Хорошо стоять. Эти упражнения лучше делать после того, когда собака уже хорошо усвоила и запомнила упражнение именно сидеть, лежать, стоять возле ноги. Зидан, рядом. Стоять. Хорошо стоять. Молодец. Как это будет выглядеть в конечном итоге? Рядом. Стоять. Давайте посмотрим, как на наглядном примере можно воспользоваться командой «стой», то есть остановка в движении. Молодец, услышал. Стой. Рядом. Перешли дорогу. И даем отпускающую команду. Гуляй. Зидан. Оп. Кавабанга. Вот так вот. Нужное применение. Нужная команда. Оп! Браво! Молодец!